Мы ожидали, что игра будет очень тяжелая. Сталь борется за выживание, конечно, нужны очки и им, и нам. Поэтому, конечно, в первом тайме какие-то вялые были, которые там немножко прибавили, и были много моментов, но, к сожалению, не реализовали их. Видите, сколько было моментов? Моментов 3-4 были, вообще 100% должны были забивать. Поэтому, ну, это футбол, знаете, бывает, что мяч не лезет в ворота. Бывает, поэтому. В принципе, мы должны выиграть.